как говорится, не видим всего хорошего, что творится у нас перед самым нашим носом. Представляете, вот совсем недавно обнаружили, что в 3 минутах от нашего дома находится вот такая вот замечательная детская площадка, вот с такими вот мощеными дорожками и вот такой вот замечательный детский городок. Городок вот такой вот деревянный, сделан из экологического материала, из дерева. Вот он такие вот гладкие, вот эти вот деревяшечки, спрятанные вот эти вот шайбочки железные, чтобы дети не поранились. Кругленькие, закругленные уголки все, для того, чтобы ребятишки, которые здесь играют, не поранились, ни на железяку, ни на какую не напоролись. Все сделано, как говорится, по уму. Также здесь вот такие вот мостики, канаты. Вот ребятишкам-то раздолье по такому-то полазить. Представляете, как здорово вот таким по мостикам пробежаться. Вот такой замечательный городок с горками детскими. Абсолютно я вот не знала, что он буквально находится вот тут вот. В 3 минутах ходьбы муж провозил меня мимо, и мы его увидели. Покрытие прорезиненное. Но сейчас немножко так мусорно, потому что поздняя осень, и листья от деревьев, видимо, мимо пролетали. А вот эта горка, зимой ее заносит снегом, и на ней, видимо, можно и санок покататься. Детей сейчас нет, и качели раскачивает только ветер, который сейчас очень-очень сильный. Вот такой вот городок. Потренироваться, мышцы потренировать. Вот такие вот всякие тренажеры здесь стоят. В общем, все для детей. У нас-то в свое время, помните, какая-нибудь качелька, ну или лесенка какая-то еще была. А сейчас вот все сделано для того, чтобы дети занимались спортом, развивались физически. Они сидели, извините меня, возле гаджетов и портили зрение. И попу отъедали. А вот тут вот для самых маленьких. Для них специальная вот тут калиточка, которая почему-то была открыта и ветром хлопала. Здесь тоже вот такой маленький-прималенький городок для самых маленьких. Лавочки для мамочек с колясками. Вот такой вот забор из карандашей. И даже вот дорога с разметкой дорожной, чтобы дети, видимо, на машинках на детских изучали правила дорожного движения. В общем, вот такой вот замечательный городок у нас на районе, как говорится. Среди 5-этажек, 9-этажек, где много семей с детьми. Пожалуйста, приходите. Качайтесь, катайтесь, ползайте, лазайте. Развивайтесь физически, да еще на свежем воздухе. Правда, ведь здорово. Вспомните наше детство. Такого раньше не было.